Привет всем любителям игры World of Tanks, мир танков. Привет всем танкистам и танкисткам. Сегодня мы посмотрим командный бой с моим участием, так как ваши реплеи еще не пришли ни от кого. Надеюсь, в будущем вы будете присылать. Но хотелось бы сегодня вам показать игру на знаменитом борще. Или, как многие на него говорят, РХМ, Борсик Ваффен Траггер. Это его название в игре. Ну, в простонародье борщ. Бориска, борщ. Кому как больше нравится. Вот такой он у нас красавец. Со стоковой пушкой. Топовую я не ставлю. И в командных боях советую ее не брать. Так как ДПМ у нее маленький, хоть и альфа большая, но пробить не всегда вы сможете, даже ИСа 3. Тем более на больших расстояниях. Так что советую вам все-таки играть вот с этой пушкой. Так называемый маусган. Экипажи, как вы видите, у меня довольно-таки неплохо прокачан. Рассказывать о ТХ не буду. Есть отдельный гайд по этой ПТшке. Можете посмотреть на моем канале или на любом другом канале на YouTube. Ну и так перейдем в бой и там уже посмотрим, что же может наш борщик. Итак, ребят, карта Руинберг. Командный бой, шансы на победу 58. Как мы видим, у противника по сетапу 2-34, Тигр 2, ИС 3 и КВ-4. У нас ИС 3, Т-44, борщ. ИСУ-152 и 90 или АМХ-1390. Как вы видите, мы на верхнем респе. И в принципе, по карте мы посмотрели, что танки у противника не очень быстрые. И возможно, что они задефятся у себя на базе. Но мы принимаем нашу тактику, которую мы очень часто используем на верхнем респе. Также принимаем деф, так как у нас 2 ПТ, не сильно скоростные. Мы занимаем позицию вот здесь вот в домиках впереди. 13.90 у нас для подсвета по зеленке. И 44-ка у нас погнала в город также просветить центр. Задача 90-ка и 44-ки показать направление, откуда будет раш, если он будет. Или где будет деф у противника. Как вы видите, ИСушка заняла сторону слева от меня. И с третьей справа. Довольно хорошая позиция, так как мы отсюда можем простреливать базу, можем простреливать зеленку по прямой и выезды из города. Мы будем стоять здесь и ждать, пока наши светляки, так называемые, наши помощники по команде найдут противника. Как вы видите, 44-ка заняла позицию на центре города. 90-ик уже попал в засвет и сразу был уничтожен. Мы уже проигрываем 1-0. Но зато поняли, что противник стоит в дефе. Пока он не двигается. Бой немножко в начале затяжной, так как команды обе медлительные. И не сильно спешат рашить. Давайте я чуть-чуть промотаю до нужного момента. И остановимся уже там, где нам нужно. Вот 44-ка наша попадает здесь в засвет. И мы ей говорим, чтобы она отходила ближе к базе. Для того, чтобы мы могли ее поддержать. Так как она сейчас находится у нас, как вы видите, в прицеле. Я ее могу видеть и тем самым прикрывать от танков противника. Вот я пытаюсь в снайперском режиме просмотреть. Обзор по мини-карте у меня, как вы видите, очень большой. Занимает больше половины карты. Поэтому тут
Без света никто от меня не уйдет. Стоим, ждем. 44-ка стоит, подсвечивает тех, кто будет выезжать из города. Она здесь сделала небольшую ошибку, но в принципе это не помешало нам довольно-таки неплохо отыграть. Вот 34-ка светится, но пока не пытается выехать. Ждем соперника. И вот появляется КВ-4. Она едет за нашей 44-кой. 44-ка попала в тупик. Пытаемся ее прикрыть. Но мои союзники на ИСУ. Парень поломал дерево, и оно мне мешает с одной стороны прицелиться хорошо, но с другой стороны помогает мне маскироваться. Пытаюсь взять на прицел 4-ку, промахиваюсь. ИСУ молодец, пробивает. 44-ка пробивает. Пока других соперников не видно. Я пытаюсь подобрать позицию, но ИСУ стал передо мной, немножко мне мешает, конечно. Вот появляется тигр второй. Я наношу ему дамаг. Пытаюсь его выцелить обратно. Вот ИСУ забирает 34-ку, счет 1-2, пока все нормально. Вот ИС-3, беру его на прицел, пробиваю, неплохой урон, 511, и умирает ИСУ. Довольно печально, нас осталось двое, их четверо. ИС в этом бою довольно-таки неплохо сыграл, во-первых, тем, что помог мне своим подсветом. И, в принципе, неплохо настрелял по врагам. Вот здесь я еще раз наношу урон тигру второму. Счет по-прежнему 3-1. Ждем. Вот обратно засвет. Молодец, ИС подсветил. И надо забирать КВ-4. Забрали КВ-4. И надо теперь разбирать по чуть-чуть 34-ку. Ну вот вылетает ИС-3. Пытаюсь забрать нашего ИСа. Наношу ему дамаг. Попадаю за свет. Пытаюсь уйти. Но надо спасать своего ИСа. Забираю тигра. И вот 34-ка. Фуловая. Полная хп. И тут происходит невозможное. Ухожу за света. Время идет. Пытаюсь выцелить третьего ИСа. И забираю его. Три фрага у меня уже есть. Счет 4-3. Мы уже выигрываем. По сетапу. На один танк у нас больше. И надо теперь забирать 34-ку. Пробиваю ее. Кстати, 34-ка как-то удивительно. Она здесь стреляла в этом командном бою голдой. И вот я ее забираю. В начале бой, конечно, скучноват был. Ну, в принципе, все нормально обошлось. Что хотел бы еще сказать? Давайте посмотрим результаты. Это мои результаты. Заработал я 59482 серебра и почти 2000 опыта. Командный результат посмотрим. 90 у нас 0, так как умер сразу. 2000 почти взял из третьей
и почти 2000 взяла ИСУ-152. Довольно-таки неплохо. Настреляли. Даже ИС-3, как вы видите, взял больше опыта, чем я. Так как по его засвету я работал. Ну, молодец парень. И подробный отчет. Чистыми я заработал 46 642 и 1993 опыта. Довольно неплохо. Если вам нравятся командные бои, пишите на моем канале. Делитесь с друзьями видео, присылайте свои реплеи, еще раз напоминаю, если что-то есть интересное. И будем с вами обсуждать на моем канале ваше видео и делиться со всей аудиторией. Ну и до новых встреч, до новых боев. Всем удачи!